Привет всем! Сегодня видео будет на русском языке, и мы с моими друзьями находимся на Dubai Frame, что переводится как «рамка». Это здание является самой большой и единственной фоторамкой в мире и входит в книгу рекордов Гиннесса. Рамка находится в Забиль Парк, недалеко от местоимения Шейха, и популярна она тем, что с ее места локации с одной стороны можно увидеть старые части города, а с другой — современный Дубай, город будущего. Рамка была построена не так давно и была открыта в 2018 году. Построена она из стекла, стали, алюминия, железобетона и покрыта золотом. Высота 150 метров, если я не ошибаюсь, и вход на нее стоит 50 дирхам, это около 183 долларов, как-то так, точно не знаю. Лучше, конечно, брать билеты онлайн, и я бы вам посоветовала использовать application Headout, я потом внизу по экрану напишу, чтобы избежать очереди, а то... Я попала туда, честно говоря, с третьего раза. И все только из-за очередей. Сейчас вы видите, мы находимся уже сверху. Один лифт ведет со старого города вверх, а второй в мир будущего. Там есть очень классный стеклянный пол. Вот сейчас я по нему иду. Ну, конечно, ощущения на видео так не передать. Лучше, конечно, там побывать и увидеть, почувствовать это все самому. Локация, конечно, очень популярная, и так как я сказала раньше, очень много людей там, но я все-таки посоветую приходить туда около 5 или 5.30. Чтобы попасть на закат и, соответственно, увидеть город при свете и потом уже ночной город. Потому как немножко разные ощущения, и если вы хотите застать и днем, и вечером, то лучше, конечно, приходить около 5 часов туда. Ну и, соответственно, они там говорят, что много очень людей, вы... Проводите, пожалуйста, только 20 минут, так как избежать столпотворения, и чтобы все могли туда попасть. Ну, конечно, люди там проводят побольше времени. Добре, выбираешь себе монетку. Який ты будешь монетку? Давай вот такую, вот такую. Вот такую? Да. Давай, Эмилия. Вот такую, вот такую, да? Да, вот такую, вот такую. Тебе треба 10 дирхам, але одною купюрою. Ага. Ну що? Так, давай 10 дирхам. Я таке не бачила, що таке є. Чекай, може я маю. У мене п'ятерки і двадцятка. А дай тобі 20. Вище only. Може ти маєш 10 дирхам? Так, так, зараз. Короче, не спеши, вибери собі, який ти хочеш малюнок. А як його вибирати? Я хотіла оце, я вже його тобі вибрала. А, так це я вже десятку. Жерло. Все, крути. Опять? Да. Туда. Туда, туда. Ще, 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 ще. Ага. Давай, 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 давай. Было прикладывай. О, тихо, тихо. А вот здесь очень классное место, я не знаю, как это правильно называется, но вы подходите вот к этому столику, и там все на сенсоре, можно написать свое имя или какие-нибудь слова, мы фотографии делали, ну так интересно, показывает будущий Дубай, и что-то можно написать самому. Здесь точно так же можно сделать фотографию. Ну, в принципе, качество не очень и очень дорого, я бы сказала.
Вот такой у нас получился поход на рамку. Пишите в комментариях, или вам понравилось.